Так, всем приветики! Сегодня ко мне пришла посылочка. Ой, долгожданная посылочка. Я очень хотела это растение. Давно-давно наблюдала за всеми. И смотрела, как же оно прекрасно цветет. Я мечтала о нем давно. Вот что булькало. Я хочу попробовать вот такую вот новую штуку. Состав меня просто убил. Состав бомбовский. Это раз. Так, 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 моя крошечка моя. Закрой нож. Моя хотелочка. Миг за ножик съесть. Значит, я познакомилась с одной женщиной, и моя мечта сразу осуществилась. У меня появилась деленка этого растения. Причем офигенное у нее растение. Я вообще была в восторге, когда я увидела ее коллекцию. И мне, конечно же, захотелось набраться опыта. Мама тоже рассказала, как ухаживать. Куда ставить, что делать. Так что... Мама! Мама! Я замечталась. Это прекрасное растение Целогина кристата. Посмотрите. Три бульбочки замечательных, молодые. Ну, без новых ростов, но я думаю, что все еще впереди. Я познакомилась с одной женщиной, и я просто была в восторге от ее коллекции. У нее очень в хорошем состоянии цветочки. Вот, куча всякого разного. И знакомство меня привело к деленочке. Женщина со мной поделилась зеленкой. Я безумно этому рада. Также я получила очень большое эстетическое удовольствие наблюдать за ее коллекцией. Это просто нечто. Есть, конечно, у каждого свои секреты по уходу. Вот. Мне рассказали, куда ставить, чем поливать, как подкармливать, какой субстрат. От меня ничего не утаили. Я безумно благодарна, Танюша. Все хорошо, доехала. Прекрасное растение. Танюша, огромное вам огромное спасибо. Вот, надеюсь... У меня получится с этим растением, потому что я его очень-очень давно хотела. И моя мечта сбылась. Вот такая была распаковочка, вот такая была Целогина кристата. С вами была Ирина. Всем пока и до новых встреч!